Всем огромный привет! Хочу показать свой заказ компании Faberlic по 9 каталогу. Заказ был не очень большой, но покажу. Подружка у меня взяла себе шампунь и бальзам-кондиционер. Объем для тонких и ослабленных волос с экстрактом полярного мака. Очень люблю я эту парочку. У меня она всегда есть в запасе, и когда заканчивается, я сразу покупаю, чтобы было обязательно еще. Но подруга тоже себе уже брала и взяла сейчас второй раз. Говорит, неплохие, хорошие средства, понравились. Мама у меня себе взяла второй раз. Вы знаете, она брала как-то себе почти всю вот эту линейку, и... По-моему, она начинала с другого вида шампуня, и ей не понравился эффект. А сейчас решила попробовать вот этот. Укрепление от корней до кончиков. Он идет для ослабленных и склонных к выпадению волос. Входит цветок тиаре, ягоды асаи и масло макадамии. Настолько сильно понравился, говорит, даже лучше, чем Биоарктика понравился. Лучше расчесываются волосы, более нежные, мягкие. В общем, понравилось ей больше. Она сразу заказала еще и сказала, будет брать впредь. Даже не стала ждать скидки. Вот. Поэтому теперь у нее новая любовь. Это вот этноботаника серия. Следующая тоже подружка себе взяла бальзам номер один. Она берет его второй раз. Он идет с шиповником и чередой. Так, поближе покажу, что о нем тут написано. Говорит, понравился, хороший. Следующее. Впервые у меня вообще в заказе такое средство. Это гель-лубрикант для комфортных отношений. Ничего о нем сказать не могу. Сама ничего не знаю. Могу вот так вот как бы показать. Но как себя ведет и действительно ли хорошее средство, ничего не скажу. Не знаю, правда. Но попробуют. Кто заказал, тот и попробует. Следующая зубная паста. Дети вообще очень любят вот эту зубную пасту Astronautic 3+. Этот с ароматом банана. Что хорошо в этих пастах, они всегда идут зафольгированы, как и все остальные средства от Faberlic. Faberlic в этом отношении молодец. Фольгирует все. Это здорово. И новинка была заказана у нас. Это новая серия про ноги. Что-то взяла себе я, что-то взяла подруга. Я себе взяла скраб для ног, обновление, уход с абрикосовыми косточками. Очень симпатично смотрится, кстати, дизайн тюбиков. Тоже было все зафольгировано. Я уже фольгу сейчас сняла, чтобы показать, что же тут за скрабирование, какой он из себя. Вот так смотрится, такого светло-серого цвета. Достаточно много скрабинок. Они чувствуются. Хороший скраб. Приятный нежный аромат. Действительно пахнет персиком. Ну, я думаю, и по действию будет неплохой, потому что вот я чуть-чуть попробовала. У меня даже чуть-чуть уже порозовела кожа на руке. Думаю, это будет хороший скраб. Также я себе взяла крем для ног. Они шли в каталоге по 69 рублей, то есть была скидка на них. И поэтому я взяла. А подруга взяла немножко другие средства. Ну, крем для ног зафольгирован, я забыла снять фольгу. И подружка себе заказала вот такие два средства. Тоже вот один это крем для ног дезодорирующий. Он идет пролонгированный эффект с экстрактом лотоса. И вот она еще взяла себе бальзам для усталых ног, охлаждение, релаксация, ментол, входит и арника. Все зафольгировано, как я сказала. Вот этот я хочу тоже взять на лето, пока жара, вот это охлаждение наносить на ножки, мне кажется, будет очень хорошо. Потому что, когда погуляешь по улице, потом ножки горят, когда домой приходишь. Следующее тоже было в заказе. Это лак Secret Story. Оттенок. На лаке я скажу оттенок. Где артикул-то у нас?
12,90, наверное, сейчас на самом. Нет, не 12, вот 72,81. Вот такой номер и вот такой лак. Очень красивый. Взяла его себе тоже подружка. У меня небольшой свой это заказ был. Так, вот такая широкая, хорошая кисточка. Все в блесточках, на солнышко, на загорелые ручки. Мне кажется, будет очень-очень красиво. Такой совсем летний вариант. Еще в заказе был бальзам похудей. Он у меня когда-то был. Ну, тут ничего такого особо о нем не говорится. Выглядит бальзам, ну, в таком футлярчике. И вот такой. Вы знаете, у него приятный аромат, небольшое вкусовое какое-то ощущение остается, если вот губы языком потрогать, то он немножко ощущается. Сама я сильно его эффект не заметила, но вы знаете, все-таки когда сытый человек, и вот, ну, когда, в общем, регулярно идет завтрак, обед, ужин, то нету желания перекусить что-то между приемами пищи, все что, чего-то пожевать. Вот этого вот у меня не было. А так, если ты голодный, ну, конечно, тут бальзам хоть съешь весь стик, будешь голодный. Он не спасет от чувства голода, тут уж ничего не поделаешь. Вот. Ну, какой-то эффект, может быть, небольшой, как бы, наверное, есть. Первый раз за все время заказала себе вот такой журнал. «Страна Фаберлик». Подумала, что два года, уже третий год я консультант, ни разу не брала себе такой журнал. Думаю, ну надо взять, хоть полистать, посмотреть, что это такое. Ну, есть ничего, странички, можно посмотреть. Может быть, даже если у кого есть клиенты, да и подруги, когда листают, мне кажется, тоже интересно. Вот тут, например, если взять ароматы, видно, как они тут делятся на группы, на подгруппы. Ну, вполне есть интересные странички. Что-то о новинках говорится. Ну, полистаю, посмотрю. Также в заказе было, естественно, мыло. Мыло взяла не только я, но и взяла еще моя сестра. Не смогла я пройти мимо вот этой вот новинки. Пион и лилия, душистое мыло, Фаберлик, оранжерея. Кусочки тут не кругленькие, не полукруглые, такие полуквадратненькие, чисто белые. Вот, не стала я открывать, что-то мне жалко стало упаковку портить. Ну и также была еще одна новинка у меня в заказе. Это мужское уже мыло Цельсиус. Их было у меня заказано несколько, аж 4 штуки. Но мое одно. Одно мое только из них, не все 4. Одно я открыла. Ну, конечно, не свое. Это же естественно, свое жалко. Давайте посмотрим. На самом деле, это шутка. Это мыло моей сестры. Она сказала, открывай, посмотри, потому что все равно сейчас сразу муж положит в мыльницу и будет мыться. Вот такой симпатичный цвет. Вы знаете, какой-то серо-фиолетовый. И аромат, ну, приятный. Вот как вот эта вся серия Цельсиус пахнет, вот так мыльце и пахнет. Приятный в руке держать, приятный как-то вот. Ну и то, что возможность была все-таки открыть, посмотреть, это особое удовольствие. Потому что обычно я не открываю. Но также пришел новый каталог, полистаем, 10-й. В последнее время что-то мне все меньше и меньше Фаберлик хочется заказывать. Наверное, уже просто все есть. Вот. Но благодаря друзьям, подругам, сестрам, братьям есть заказы все-таки. Что-то дозаказываем. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо за внимание. Небольшой, но для меня в чем-то интересный был заказ. И всем пока!